Сезонные фрукты становятся головной болью молдаван. Ежедневно в столичную инфекционную больницу попадает в среднем 10 пациентов с пищевым отравлением. Большинство из них говорят, что ели до этого арбузы. Медики в очередной раз призывают граждан покупать фрукты и овощи только в специализированных магазинах. Сергей Скутару говорит, что вместе с друзьями ел арбуз. Практически сразу после этого шестеро из них почувствовали себя плохо. Сергея срочно доставили в больницу с отравлением, где теперь ему предстоит провести ближайшую неделю. Я считаю, что это из-за арбуза. Купил его на обочине дороги. Съели, и практически сразу появились первые симптомы отравления. Резко повысилась температура, весь день была 38-39 градусов. Началась диарея, рвота, и тогда я вызвал скорую. 63-летний Владимир Драган также уверяет, что почувствовал себя неважно после того, как отведал арбуз. Теперь, говорит пенсионер, он больше не будет на них даже смотреть. Арбуз купили на рынке, всей семьей поели. А мне вдруг стало плохо, поднялась температура. Вызвали скорую, она меня привезла сюда. Температура поднялась до 39, началась рвота. Вообще, очень плохо себя чувствовал. Чтобы избежать отравления, медики рекомендуют гражданам покупать продукты питания в специализированных магазинах. Нужно быть очень внимательными, мыть руки перед едой, соблюдать правила личной гигиены. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, необходимо соблюдать сроки хранения продуктов и необходимо правильно приготавливать пищу. С другой стороны, торговцы утверждают, что фрукты, которые они продают, не могут вызвать интоксикацию, потому что товар не содержит ни нитратов, ни каких-либо других химикатов, используемых в сельском хозяйстве. Приходят люди и берут. Мы уже 15 лет торгуем, нас все знают. За эти годы у нас никогда не было проблем с покупателями. Таких вот проблем, что вы приходили и рассказывали об отравлениях. В этом году тоже было все в порядке. В настоящий момент в столичной инфекционной больнице имени Тома Чорбы находится 56 человек с пищевыми отравлениями.